Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии сегодня присоединилось ко всероссийской акции «Студенческий десант». По традиции она проходит в преддверии Дня российского студенчества. В рамках мероприятия МВД предоставляет молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. Карча Абиджиев расскажет подробнее. Что же такое студенческий десант? Это всероссийская акция, проводимая ежегодно сотрудниками внутренних дел накануне Дня студенчества в целях предоставления уникальной возможности для молодежи на практике познакомиться с нелегкой работой сотрудников полиции. В Министерстве внутренних дел республики с приветственной речью перед студентами выступил руководитель ведомства, полковник Олег Мальцев. Он рассказал о работе подразделений министерства, затем студенты задали свои вопросы. Вам будет предложено пройти что-то в виде стажировки. Многие из вас, я так понимаю, проходят обучение по правовым наукам, поэтому у вас будет такая возможность свои собственные знания, свое, так скажем, мироощущение сравнить с тем, что происходит на самом деле, в частности, в подразделениях полиции. По итогам стажировки студентам будет предложено написать отчет. Все это будет внимательно изучено и в дальнейшем размещено на сайтах МВД. По завершению мероприятия Олег Мальцев пожелал студентам удачи и достичь своей мечты. В целях позитивного общественного мнения о деятельности полиции студенты направились в Центр кинологической службы МВД по Карачаево-Черкесии. Им показали работу собак, несущих службу в полиции, рассказали о том, как они задерживают преступников и выполняют разные команды, а также проводят поиск наркотических и взрывных веществ. Мне все это интересно, я бы хотела посмотреть, что здесь происходит и как люди работают. Нам показывали собак и то, что они умеют делать. Довольно-таки интересно, да, мне понравилось, но я бы не работала в этой сфере. Ну, мне кажется, это не женская работа, не знаю. Приехали, здесь все очень интересно, показали всех собак, то есть на всех табличках написаны имена и так далее, даты рождения, прямо как у людей. Моя сфера обучения, можно сказать, мне интересно понаблюдать за этим всем, потому что в процессе теоретического изучения нашего курса я встречался с таким понятием, как кинология, то есть это отрасль криминалистики, вот, и я все это изучал в теории, и мне было интересно посмотреть на это на практике, как они это делают. Студенты задали ряд вопросов полицейским и получили из первоисточника интересную информацию о данной службе. Возможно, в ходе такой экскурсии у студентов появится желание работать в структуре МВД, быть на страже правопорядка. Карча Абиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.